герой сегодняшнего нашего ролика. Вот это маленькая собачка. Ее зовут Ева. Мы подбирали для нее одежку. А где подбирали, вы увидите это все в видео. Так как скоро будет холодно, решили купить одежку для Евы и для Файки, матери ее. В автобусе ехали первый раз, поэтому Ева была немножко в шоке, ну и Файка тоже. Ну а ездили мы на ярмарку животных, вот что недалеко от автовокзала. Называется он Птичий рынок. Удивительно, но факт, птичий не значит с птичками. Птичий, он аквариумный. Хотя птицы там тоже есть, как и корм для них. Ну вот мы уже пришли на место, и первая у нас одевается Фаечка. Магазин одежды для маленьких собачек, он там всего один такой. В принципе, это первое, что мы надели, и из всех одежды, что подошло нам вообще. Она трусливая. А это котенок золотой шиншиллы. Стоит такой котенок 15 тысяч. Покупайте. Вот этот тот самый ларечек с одежками, так он выглядит. Большой ассортимент одежки для маленьких собачек. Такая красивая красная сексуальная куртка. Много низкие выскакивают. Come on.
А вот фаечку мы одели уже. Такую вот бело-зеленую одежечку. Ну как ты ела? Замеряй, ты это, ходи все. Пошли по ходе. Ева, иди сюда. Ева. Ева. Ева не понимает, что это такое. Что это у меня такое? Иди сюда, иди, иди ко мне, иди. Иди. Иди ко мне, иди. Ева, иди сюда, иди, иди. Иди сюда, ну. Ева, иди сюда, иди, иди. Ну иди, 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 иди ко мне, иди.
Ну а далее мы поехали домой. По пути посмотрели на аквариумы, на зверей, зверушек разных. Так что, если вы никогда не были на птичьем рынке, советую прийти хотя бы раз посмотреть, что там есть, что можно приобрести. Меня почему-то привлекла водная стихия, водоросли. Маленькие рыбки, крабики, лягушки, черепашки. Обратите внимание, хвоста нету, дергается как бешеная. Каких только рыб и рыбок нету. Большой выбор. Ты ядовитый. Я смотрю по сей, читаю красочки. По-моему, может, от семьи. Я такой вырос до размера скульптуры. Вовремя с порядками развозился, сегодня праздник, люди. Птичий рынок, недалеко от автовокзала. Птичий рынок. Недалеко от автовокзала. А если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Для меня это очень важно.